Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 6 декабря 2017 года, и я предоставляю вашему вниманию обзор на держатель для горячего башмака от фирмы Sony. Вот у меня есть видеокамера, на ней горячий башмак, и очень легко можно закрепить этот держатель и закручиваем, да? Закрутили. Вот. Так это выглядит. И что можно на этот держатель закрепить? Ну, в данном случае у меня есть экшн-камера. Можно прикрутить экшн-камеру на этот держатель. Вот так. Вот так это выглядит. На экшн-камеру мы можем снимать общий план, а на основную камеру все остальное по усмотрению оператора. Ссылку на магазин, где я покупал этот держатель, я оставлю в описании. Если кому нужно, можете заказать и пользоваться. А на этом, пожалуй, все. Кому понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Кто не подписался, подписывайтесь. Ну, будет интересно узнать ваше мнение о этом держателе. Напишите что-нибудь в комментариях. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока, до скорых встреч.